На территории Краматорского детского садика номер 89 «Одуванчик» появилось 160 квадратных метров нового плиточного покрытия игровой площадки. Это стало подарком детскому саду от Краматорского завода тяжелого станкостроения. До этого долгое время перед входом в садик детей и родителей встречал асфальт, разрушенный временем и корнями деревьев. Возле здания детского сада был поднят асфальт, поднят и от времени, и корни деревьев, которые старые деревья убрали, и корни асфальт подняли. Было очень некомфортно, очень неудобно ходить, травмоопасно. У нас дети, у нас коляски, мамы с колясочками. Несколько лет, ну никак не могли мы, конечно, сами решить эту проблему. Обратились к руководству КЦТС, и вот они нам помогли. Помогли сделать вот такую красивую тротуарную плитку. И мы все время поддерживаем отношения, нам помогают, откликаются на наши просьбы. Это постоянные подарки на Новый год, елка новогодняя у нас постоянно от КЦТС. Работа по укладке плитки длилась около месяца. Учитывались погодные условия, а строители подстраивались под работу детского сада, а также использовали несколько видов плитки с цветной фактурой, чтобы детям было приятно и весело по ней бегать. Фигурная плитка в виде бабочек, рыбок и ящериц дополняла общую композицию. На открытии площадки присутствовали председатели наблюдательного совета и профсоюзного комитета КЗТС Юрий Бондарь и Лариса Васильева. Дети исполнили для гостей танцевальную композицию и пожелали Краматорску мирно развиваться. Мы с вами соседи. С одной стороны детский садик, с другой стороны завод. Дорогие наши детки, растите, мужайте, учитесь и приходите к нам. А в этом вам помогут воспитатели. Работники ремонтного участка КЗТС не только выполнили работу под ключ, используя качественные материалы, но и сделали подарок детскому саду в расчете на то, что их труд будет радовать не одно поколение юных жителей нашего города.